С вопросом об установке рекламного баннера на прием главы пришел предприниматель из станицы Анапской. Вреша Сипян занимается прокатом автомобилей, бизнес не стоит на месте. Но все-таки известного двигателя торговли не хватает. Со слов коммерсанта, все документы на предпринимательскую деятельность и установку конструкций у него есть. Сергей Сергеев подчеркнул, действовать здесь можно только в рамках закона. А значит, заблаговременно готовить и подавать документы на рассмотрение комиссии. И если это было сделано, вопрос должен решиться. Мэр пообещал изучить обращение. Ольга Андрейченко озвучила перед главой тему улучшения жилищных условий. На учет как нуждающаяся анапчанка встала еще в 1996 году, но затем во время перерегистрации очереди не предоставила необходимые документы. Восстановить данные почти 20-летней давности можно только обратившись в суд. Настоящий бизнес-план освоения месторождения известняков предоставил главе Владимир Толстой. Серьезный по своей сути проект находится, что называется, в зачаточной стадии и требует тщательной проработки. Мэр Анапы порекомендовал Владимиру Толстому обратиться к своему заместителю Яне Дуплякиной за получением грамотной помощи. В свою очередь заявитель попросил Сергея Павловича посодействовать в решении вопроса прокладки технологической дороги в департаменте автомобильных дорог.